Months of the year in Russian. January, январь, январь, январь. February, февраль, февраль, февраль. March, март, март, март. April, апрель, апрель. Апрель. May. Май. 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 June. Июнь. 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 July. Июль. 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 August. Август. 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 September, сентябрь, сентябрь, сентябрь. October, октябрь, октябрь, октябрь. November, ноябрь, ноябрь, ноябрь. December, декабрь, декабрь, декабрь. All together. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. In January, в январе, in February, в феврале, in March, в марте, in April, в апреле, in May, в мае, in June, в июне, in July, в июле, in August, в августе, in September, в сентябре, in October, в октябре, in November, в ноябре, in December, в декабре. Examples: January is always very cold in Siberia. Январь всегда очень холодный в Сибири. Январь всегда очень холодный в Сибири. Январь всегда очень холодный в Сибири. My favorite month is June because the weather is nice in Moscow. Мой любимый месяц июнь, потому что погода в Москве хорошая. Мой любимый месяц июнь, потому что погода в Москве хорошая. Мой любимый месяц июнь, потому что погода в Москве хорошая. March is the third month of the year. Март – третий месяц в году. Март – третий месяц в году. Март – третий месяц в году. This September will be unusually cold. Этот сентябрь будет необычно холодным. Этот сентябрь будет необычно холодным. Этот сентябрь будет необычно холодным. In May, I'm going on vacation. В мае я уезжаю в отпуск. В мае я уезжаю в отпуск. В мае я уезжаю в отпуск. When is your birthday? In August. Когда у тебя день рождения? В августе. Когда у тебя день рождения? Когда у тебя день рождения? В августе. В августе. В августе.